Всем привет, с вами Кокос, или как меня еще называют, Кокос. В данной катке не было ничего непримечательного до того момента, пока меня не начали рашить всякие склады. Но я отбивался как мог, и посмотрите, что из этого вышло. Всем приятного просмотра и до новых роликов. Оказывается, со мной сюда кто-то прыгнул. Привет, Нуржан, играющий без наушников, и пока. Слышал я стрельбу на нефтянке. Вот и тип, который стрелял, наверное. Это же тип. Да, это тип. Привет. Вот это я косой. Я все равно тебя догоню. Ты зачем так делаешь? Так же похудеть можно, блин. Вот ты петрушка. Опа, друже. Пока твой дрон летел, ты уже сам умер. Толку было запускать дрон. Лучше бы ты меня зарашил сразу. Подвалы двое поднимаются. Давайте их встретим. Гранат он кидает далеко. Ловушки. Так. Выходить будешь? Тра-т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 а. Ой, господи, помоги, помилуй. Извиняюсь, обычно со мной такого не бывает. Надо, наверное, СКС-ку взять для дальнего, а то с руса пока вдаль бьешь. Ой, блядь, что я сделал, извиняюсь за мат. Опа. Мне кажется, они поняли, что можно было обойтись без этого. Это не ваши, ребятки, это не ваши. Вертик скинем, наверное, чтобы он не стоял здесь на поле. Это будет потом на нем летать какой-нибудь типуля. Сам возьмем зелененький. На нефтянке опять кто-то стреляет. Кто здесь? Так, подожди, я с тобой. Господи. Да что ты так мансуешь? Определись уже, куда ты идешь, налево, направо. Пару дней назад меня хотели грабануть три гопника. В общем, гопота. Да. Не знаю. Бабла они хотели от меня или секса. Но мне повезло, что прихватил свои плетки. Плетки? Стволы. Короче, я начал шмалять. Бах, бах. Тра-т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 а
Бах, я стрелял им в спину, но бегу я тоже хреново. Да нет, друг, в этой игре убегать это всегда хреново кончается для убегающего. В общем, можете считать меня героем, я не буду сопротивляться. Если бы ты помог своим друзьяшкам с машиной, вы бы уже летели дальше на моем вертолете, а так пойдите в другую игру. Полетели дальше. Опа, это что, Доминик Торетто? Давайте полетим за ним. Он же когда-нибудь остановится, наверное. О, это все, брат, ты приехал. Ты знал, что машина вертолет не толкает вообще никак? Привет. Пока. Жду твоих друзей здесь. Вызывай. Не совсем ты, конечно, удачное место выбрал, чтобы высадиться. Ладно, еще раз подождешь минутку. Мухомор. Как дела? О, подруг. АК-117 или МХ-9? Мурчик. Конечно, МХ-9.
О, вот оно. Еще один прилетевший. ПК. ААК. Очень оригинальный ник, я вам скажу. Возьмем СКС и полетим дальше. Полетим, а не сядем, пожалуйста. Кстати, я никогда не видел, чтобы на этой вышке сидели на самом верху, сидят только вот на этих парапедах. Можно вообще на самый-самый верх залезть? Там будет такой вид открываться, нет? Блин. Ну, не хочешь, как хочешь. А я-то думал. Там подружка моя внизу. Ку-ку. Ой, привет. У нее освал с одиночными патронами. Вот это неудобно, наверное. И на это он рассчитывал, когда брал его с дропа. Кто стреляет по мне? Стой, ничего себе ты, кенгуре, кенгуретник. Как будто новый скилл ввели, который кузнечик. Можно убить хоть одного, пожалуйста. Пока, сладкая. Ты ж моя сладкая, спасибо тебе за килл. Воу, что за трикачи? Надо его догонять, по-любому надо его догонять. Патроны, 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 патроны. Ну вот и наш каскадер. Привет, друг. Подожди меня, я ж все равно не отстану. Ты же знаешь об этом. Вот ведь дерево выросло на дороге, да? Привет. Паша Зига. Толку было уезжать. Надо посмотреть наличие снайперов. Так, опа. Привет. По-моему, он туда упал с самолета и так ничего и не предпринял дальше. Так, машину справа пускаем. Супер-пупер маневр. Привет, фиолетовый друг. Просто 200 IQ мувы я делаю. Так. Захилимся. Опача, это кто такой? Там кто-то лежит, что ли? А я-то думал, я типа спалил по стволу торчащему. Индюк тоже думал, что. Так, справа стреляют, давайте. Посмотрим, кто стреляет, зачем стреляет, по кому стреляет. Так, двое, привет. Если ты стоишь, то ты мертв. Это сразу. Ай, чё ты прыгаешь? Спрятался. Совсем спрятался. А кто по ним стрелял? Точнее, по кому они стреляли? О, один. Это клоны, что? О, я сразу настоящего нашел. А, это типы в одинаковых. Ничего себе скинах. Бродяга. Тут того типа не подняли. Все. Типы, типы. Дожили до конца зоны. В итоге они даже не поняли, откуда их убили. Обида. Последний. Последний тип, который убегал, как кузнечик. Надо его прихлопнуть. О, я видел его. Когда прыгаешь, иногда здания не прорисовываются, и видно, что человек стоит за каким-нибудь укрытием. По-моему, за этим забором. Нет, он за забором и за ящиками, да. Давайте кинем гранату, пока его дрон летит, чтобы он меня не расстрелял, пока я под дискотекой бегаю этой. Ой-ой-ой, СКС. Давай, СКС на СКС. Только я думаю, тебе не понравится.
девочка красивая. Изи.